Я не знаю, что мне делать. Расскажи о ядерных отходах, которые свозят в мой город. Целыми вагонами свозят. Погугли, проверь информацию. Хоть я сумасшедший, но я говорю правду. Я не знаю, что мне делать. Ререрат, пожалуйста, расскажи. У меня опустились руки. Я больше не хочу ничего делать. Какой смысл жить, если все мы сдохнем от ядерного излучения, блядь? Рано или поздно оно рванет. Их будут свозить бесконечно. Все ядерные отходы с Франции, с Европы, с Америки, да отовсюду, сюда свезут. Почему-то именно в мой город, Железногорск, Красноярск 26, Красноярского края. Почему? А? Лерера, будь человеком. Расскажи об этом. Репостни мое видео. Прошу тебя. Это небольшое внимание, это я просто, чтобы запоминающийся образ сделать. Я на самом деле эту херню не ношу. Вот эту вот. Это просто я ручкой написал, потому что я сумасшедший, да. Но я единственный, кто говорит об этом. Продажные СМИ моего города говорят только о чиновниках, о их бизнесе. Рекламируют. А о проблемах, которые ждет наш народ, не говорят. Представляешь, здесь живут в городе в основном славянское население. Просто славянское население живет примерно 100 тысяч человек. Они хотят просто всех уничтожить. Они именно сюда свозят. А рядом город 1 000 000 человек. Пожалуйста, расскажи об этом. Покажи, что такое лучевая болезнь, которая рано или поздно произойдет у всех. Вы нарожаете детей, их ждет. Приближается тот момент, когда рванет эта вся херь. Приближается тот момент, год за годом, когда... И этих отходов все больше привозят. Посмотри, погугли. Если я сумасшедший, так и сделай видео. Напиши, что я дурак, сумасшедший, какой-то паникер. А если это правда, то расскажи об этом, пожалуйста. Ко всем обращаюсь, расскажите об этом. Я не хочу вообще ничего делать. Я не вижу здесь будущего. Нету будущего здесь. Здесь нету работы. Из-за коронавируса. Я не прошу донатов, не надо никаких донатов. Просто как хотите, обзывайте меня, унижайте, троллите и травите. Но задумайтесь о том, что будет с более чем 1 000 000 человек, которые живут вокруг этих ядерных отходов рядом. Они будут медленно умирать, мясо, кожа будет слезать. Почему вы молчите об этом? Почему молчите все об этом? Все, мне больше нечего сказать. Почему все молчат об этом? Я Александр Леонин. Я художник. Хорошо, я уберу эту розовую херню. Хрена нужна. Расскажите об этом друг другу, ребята. Расскажите об этом всем, кому можно. Если есть непродажные СМИ, расскажите об этом. Неизбежно произойдет то, что 1 000 000 человек будут умирать от лучевой болезни. Это не паника, это факт. Их везут, насколько я и слышал, известно, в вагонах, в поезд. В специальных забетонированных каких-то цистернах и закапывают под землю, типа. По телевизору и правительство объявило, что это хорошо,
что это на пользу нам идет, что у нас в России настолько развита интеллектуальная жизнь и настолько развит этот интеллект и ученые, что у нас в России создали перерабатывать ядерные отходы в какое-то там топливо или что. А во Франции не создали, не могут создать, поэтому они увозят их нам. Потому что у нас создали якобы переработку ядерных отходов. Представляешь, вот какую отмазку они придумали. И они верят. Мой отец верит в это. И все верят в это. Но ты же не веришь в это. Как может быть такое, чтобы в России создали переработку ядерных отходов, когда цивилизованный мир, где технологический прогресс ушел на 50 лет вперед, не может ничего с ними сделать, их просто вывозят. Вывозят к нам. Почему в мой город вывозят? Потому что он закрытый. Ну сюда может пробраться любой террорист. Легко. Потому что это Россия здесь. Да террорист может куда угодно, даже не в России пробраться. Это капец, короче. Я не вижу здесь будущего. Не вижу здесь будущего своих детей. Я к тебе не подмазываюсь, мне пофиг. Можешь меня назвать хоть кем там. Сумасшедшим, поехавшим. Короче, просто зарепостни это видео, и пусть все, кто могут, репостнут, у кого есть сердце, у кого есть честь. Я еще посмотрю видео там на стене, где на меня напало, или на ютубе. Я тебе, короче, скину сам и скажу, откуда смотреть. Ты офигеешь. Будешь ли ты на моей стороне или нет, мне не важно. Главное, чтобы ты показал это. Придут ужасные времена. Я думаю, им осталось не больше 50 лет. Ты увидишь там, как парни смеются надо мной, когда меня забивают каблуками пьяная ОЖП. Глаз единственный, который видит. У меня макулодистрофия сейчас, не глаз. Она забивает меня каблуками, пинает. А когда я ее скрутил, валил на пол, за волосы держал ее милированные, она притворилась, эти сказали, девчонки, на ее стороне сразу такие говорят: «Ой, ей же больно, она такая сразу: «О, мне больно». Я ее отпустил, она тут же сорвалась и меня стала пинать каблуками, по глазам, здесь, везде. Здесь, везде, и на лбу. И ничего, и украла телефон. Обрати внимание, она сказала: «Клянусь Богом», и через секунду схватила чужой телефон и сказала: «Это мой». Буквально цитата на видео записана. Посмотри это и покажи это всем. Прошу, пожалуйста. Да, я сумасшедший. Покажи это всем, пожалуйста. Да я сумасшедший. Хочешь, я даже сейчас заору как сумасшедший? Да я сумасшедший, блядь! Ааа, сука! Уроды, блядь! Fuck you, nuclear scum! Fuck you! Fuck you, матриархатный nuclear scum! Fuck you! Вот, видишь, я сумасшедший. Я доказал это. Это был Эмма Вайленс. Можете мне прозвище там дать, поиздеваться, хоть что. Мне похер. Главное, расскажите об этой проблеме. Расскажите об этой проблеме, я прошу. Припостните мое видео. Сейчас я покажу пару своих картин. То, что я на руках себе всякую хуйню написал, это просто маркером, оно смоется, это чтобы запоминающийся образ немножко был. Вот мои картины некоторые. Некоторые картины, некоторые, совсем некоторые. Совсем немножко, не самые лучшие, далеко. Вот мои картины. Это из игры Готика. Короче, я не об этом вообще.
Вот мой рисунок недавний, простой ручкой. Уж менее об этом. Ну вот еще смотри рисунок. Ладно, в общем. С вами был... Смотри, это я разрисовал. Звезда – символ контроля над всеми 5 континентами. И глаз, который над всем наблюдает, над всем миром. Не над земным шаром, а над всеми 5 континентами. И плачет. И у него голубой, синий глаз. Это мой глаз. Он плачет, видя все эти страдания живых существ и весь ужас, который здесь происходит. Этот ебучий капитализм и прочую элиту эту, и нищих людей. Новый мировой порядок, смотри, треугольник на каждой госкорпорации моего города, ГХК и еще одна. Там треугольники, символы треугольники. Я тебе покажу видео. Сэд, грусть, треуголь в виде треугольника. Новый мировой порядок, короче, треугольник. А здесь треугольник, в нему воткнуто в задницу крест Христа. Вот моя кепка, это я ее сделал. Пожалуйста, короче, расскажи, срепостни это видео, прошу тебя. Я еще рисовал всякую фигню, вот видишь, давно. Ну, короче, вот так вот примерно будет выглядеть человек, когда будет облучен. Это будет пиздец. Просто задумайтесь об этом. Никто не посмотрит мое видео, потому что у меня мало кто смотрит, а тебя посмотрит. Можешь называть хоть кем меня, там, назвать меня долбоебом, там, хоть кем, долбоеб сделал видео. Мне все равно. Главное, я хочу просто, чтобы узнали. Потому что миллион людей будут страдать, очень ужасно страдать от лучевой болезни. Потому что рано или поздно это рванет все. И эти отходы ядерные со всей Европы свозят. Думаешь, это мало? Это дофига. Ладно, в общем... Надеюсь на вас.